Всем привет, с вами Лику. Подпишись, поставь лайк сразу в начале, чтобы я знал, что ты посмотрел это видео. Надеюсь, что ты его посмотрел. Ну что же, это Sims. И не удивляйтесь, что нет звука, сейчас я его сделаю. Просто один раз я играла с ребятами, и мы, у нас было человек 6, которые играли со мной в Sims. Я не снимала это. И очень зря. Ну вот. И поэтому нет звука, потому что я выключила, он прям орал, и всем это не нравилось. И я, короче, звук выключила. Но сейчас музыку и звук мы вернем. Остальная громкость, музыка предметов, музыка, голоса, звуковые эффекты, звук интерфейса. И сделаем немножко потише, а еще музыка. Стой. Сволочь. Так. Вот так. Примите. Во. Давайте вот это вот. Я знаю просто группу Vamps. Я знаю эту группу, поэтому я хочу это. Что ты выключился это? Все. Давайте мы с вами лучше будем играть, чем заниматься всякой фигней там. Так, значит. Ага. Простите, что я снимаю одна, но я тут подумала, что когда-то я буду снимать одна, когда-то буду снимать, ну там, с кем-то, потому что девочки. Ксюша не смогла, а Вероника, она в данный момент занята, она ушла к моей тете, но это долгая история. Так, поехали. Это наш Лёша, он подросток. Ну, в общем-то, у меня есть друг Лёша. Надеюсь, ты не смотришь это видео. Но если же смотришь, то прости, пожалуйста, что я тебя использовала. Так, текс. Карл, у нас проблемы. Почему все такое маленькое? Во! Идеально. Так, ну что, давайте обустраивать. Думаю, девочки не обидятся. Ну, а если даже обидятся, пускай обижаются. Скажем, в общем-то, так. Пускай не обижаются, не все равно. Ладно, давайте не будем пидорваться слишком много. Так, я думаю, сделать самой обустроиться или думать комнату. Ну, а как вы думаете, скиньте мне под комментарий. Тут у нас будет кухня. Тут он будет спать. Тут будет туалет. Тут будет ванная. Тут гостиная. Думаю, идеально. Если вы так не думаете, то вы ара. Ну, не будем говорить, кто вы. Сортировка предметов. Так. Так, давайте в кухню. А, кстати, у меня есть... Оу. Сейчас найду, что за кнопка-то там была, я не помню. Нет. Блин, нет, верните. Сейчас просто... Просто вот, ну...
как-то вот, ну, я не помню, как я делал, ну, короче. Короче, как-то там я делала, и можно сделать деньги, по идее. По идее, да. По идее, можно было как-то здесь раньше деньги делать, как, но я точно не помню, куда надо было нажать, чтобы открыть чат. Это надо будет обязательно вспомнить, потому что мне это понадобится. Давайте такое в стиле ретро сделаем. Хотя не, сейчас ретро не. Вот здесь видите, у нас всего-то 9000. То есть придется все покупать помаленечку. То есть вообще прям так отлично, знаете. То чувство, когда ты не можешь сделать денег. Вот, давайте вот этот холодильник. А, вспомнила. Придется покупать все дешевое. Не привыкла к слову дешевое. Дешевое оно такое. Дешевое. Так. Я не в первый раз играю в Sims, конечно. Мне кажется, и вы тоже не в первый раз слышите об этой игре. Ну, может, кто-то из вас в первый раз, но я-то уж точно нет. Я играла и в обычный Sims. Я играла в... Кошек с ним сыграл. Не хочу раковину делать. Так будет легче. Вот так. Так. Так, вот здесь на всякий случай. Отлично. Ну, кухня более-менее сделана. Главное, чтобы у нас на всех хватило денег. Короче, как возьмёт и не хватит. И это будет шикарно. Ты куда на стену поместилась? Что? Это, наверное, для какого-то высокого мужчины такого. Придется дешевую раковину купить. И не привыкла ко всему дешевому. Извините, что я так говорю, может быть, кто-то из вас и чем-то дешевым пользуется. Ну, простите, конечно. Не мое дело вас судить. А, куча грязного белья, серьезно. Так. Блин, стой, вот так вот. Так, я даже без понятия не знаю, что делать. Потому что, блин, это так умно, ну просто вот, я не могу ничего купить, потому что оно у меня все дешево. Просто понимаете, народ, так легко просто взять и так вот, та-дам, и нифига. Джакузи, только я не могу его купить, я должна купить все дешевое. Но потом я, конечно, здесь поменяю пол, и это будет маленькая детская такая. А ванну перемещу куда-нибудь сюда. Хотя нет, у меня будет не ванна, у меня... А, точно, я же могу это сделать сейчас. Вот так вот. И все обустроено. А то знаете, что сделано?
Тут что, нет детского? А вот оно детское. Так. Отлично. Для детской комнаты все готово, но пока что мы не будем детскую комнату обустраивать, потому что мы не знаем, там, кто будет мальчик и девочка. Когда уже кто-то вот родится, уже будем тогда и, ну, то есть и думать, что там. Так, значит, нам нужен телек. Желательно плазма. Нам придется купить тумбочку. Этот столик. Поставить его сюда. На столик поставить пингвина. Пингвин. А, он не ставится, прикиньте. Вот так вот. И что, и диван будет здесь, что ли? Типа, как вы думаете? Как я должна смотреть что-то здесь? Вот так вот, когда поставим посередине. Вот так вот. И еще, наверное, кресло беленькое поставим. Вот тут так вот одно. И вот тут так вот одно. Вроде бы они равномерно сделаны. Вот так. Вот так. Подальше. То зрение себе засадит еще. Так, ну чё, вроде бы, ну, готово как бы. А, вот тут он будет тогда спать. Вот моя любимая кровать. Знаю, что, ну, не дёшево, но хочется же иногда. Ему нужен будильник. А, это настенные часы. Вот такие пускай будут. А, пускай такие будут, короче. Ну, какая-то такая вот квартирка получилась скромненькая. Очень даже скромненькая получилась. Точно. Нам же надо ему сделать компьютер. Компьютер, как говорит один мой друг. Компьютер. Вот. Так, он у нас будет спортивный. Наш дорогой. И будет стоять все во дворе. Ха. Кому нужны цветы, не понимаю. Отлично. Так, а что еще надо купить? Стол. И, пожалуй, он будет стоять у нас здесь. Вот сюда. Такой вот стол. Кресло. Я лучше, блин, куплю планшет, чем этот ПК.
Но хоть что-то. Мама, ты не помнишь, как ты сделал деньги? Так, ладно. Просто была помощь взрослого, мне нужна. Чё это за жёлтая фигня? Стойте, сохраните. Меня эта желтая фигня бесит, и я думаю, она будет нам мешать, поэтому собираюсь сохранить, выйти в главное меню, сохранить. Так, мы выйдем в главное меню, пожалуй, послушаем немного в Events, а потом уже пойдем по делам. А чё, я ж хотела в Events послушать. Ну ладно, всё равно. Возобновить игру. Такая музыка. Вот. Отлично. Оно работает, значит, всё прекрасно. Так. Его нужда. Его нужда. Это не то. А, вот, да, досуг, всё. Так, смотрим, чё и как. Ему надо поспать. Сначала в туалет сходит. Хотя, стой. При тем, как он пойдёт в туалет, мы переставим кое-что. Вот так вот все легко и просто. Если хочу что-то сделать, я сделаю все, но при этом добьюсь своего. У нас пока что вообще нет ни единой денежки. О, смотрите, ща. Далее. Читер проснулся. Пока он там ходит и делает свои дела, я нам на читере денежу. Запомните эту святую фразу. Давайте сделаем нам 1 000 000. Ладно. Придется самой все писать. Ну, по крайней мере, я же делаю не просто так, а для того, чтобы обеспечить его. Ну, по-другому же тут не обеспечить, согласитесь со мной. Знаю, это, конечно, все фигня, и ради этого я могла бы сейчас не тратить деньги, не тратить время. Но это того стоит, поверьте. А потом, если вы будете тоже играть, вы же потом мне спасибо скажете за то, что вообще я вам показала это. Серьезно, вы же скажете мне спасибо. Ну, не скажете, а может напишите. Все, Думаю, готово. Так, как тебе строить?
Сейчас-ка. Опять сделать такой большой круг. Так. Давайте-ка мы с вами сейчас сохраним. Минутку заглянем в меню. Или как думаете, не стоит? А хотя, думаю, есть другая идея. Давайте он сейчас, короче, поспит. Короче, там сейчас утро будет. Ты понимаешь, насколько человек мне доверяет? Он говорит, судя по тому, как ты настроен и что ты мне говоришь, это я как буду задавать тебе вопросы время? И у тебя учиться. Медленнее, чем как у нас. Судя по тому, как ты настроен, иди пожри, чё ты, блин, такой вообще прям, вообще прям такой умный, что ли, блин. Мы разговариваем, сейчас уже час вот 19 так вот, минут, вот так мы вот разговариваем вместе, больше часа уже. Он мне все это время что-то говорит, так говорит, просто говорит, и он прям, идеален, идеален. Он прям вот, он уже все, прям, он прям, я его засосал, вот. Прям воронка вот, он прям... В центре подворот. О, получен навык выпечки. Да, мы с вами молодцы, народ. У нас получен навык выпечки. Да. Молодцы. Так, блин. Давай, быстрее там поешь. Потом сходи, прими душ, в туалет сходи, ей поешь. А это я сама сделала. Открываем холодильник. Открываем холодильник. Ёлки-палки, ты поставь уже. Кушай. Кушай, кушай, кушай. Молодец. А теперь кичи-кичи, ай-яй-яй-яй. А эти чё сюда приперлись? Чтобы это поскорее закончилось, потому что, видите, мне надо убрать эту строку, а то она нам будет мешать нам. Есть! Все, я все брала. Я бог. Что они пока что какие-то все не очень красивые. Ха-ха. Им уже осталось немного. Все, валите. Кажется, нас здесь не рады. Nova as boo, Bemba you, Ufa Moreni, Fifum Das,
Морехей, Боринго, Забумбе, Биш. Ириши from us. Танев Барса? Тамба? Ербек, Зерса Анарбамбуфа. Эмка Флюв Гафа. Нала? Скуфа Сепене. Квасум Бикс, Вофлой. Наримо Гокана. Дипим. А что ты такой негостеприимный-то? Фабусабе? Габа. Арабеф. Исаквис. Сепене гафа. Удаба. Класной квексел. Шу. Сипла яма. Подростка. Молодой персонаж. То есть она старше, чем он. Самба. Тисауи. Манага. Тисим. Ого, давайте-ка спросим ее. Конкару, Луваней. Гургадон. Клу. Кисла Монор? Я кана нами. Бладо Блофа. Фрудой и Брит. Blanca core cool. You from Honor? You gonna Jessene Clunkas Rabana. Ah, Sabao. Philbar. It's just good. Grill meat. Feferu Walbish Dornay. Noyas for Philibot. Norval Shabu. Yeah. My bird's going. Honka? Chaba Sepine. Начинаем. Туга. Курочи. Дружится. Амикас. Наяфлу. Наришу. Обалев. Луш Манзо. Сила. Пет Ной Батон. Фабусабе? Ну, мы с ней просто общаемся, ничего не подумать. Она не очень красивая. Давайте для начала куда пойдем? Клуб, музей, спортивный зал. В библиотеку или в парк? Лучше всего в первое знакомство ходить в парк. И я думаю, в этом ничего нет. Ну, вы как считаете? И, кстати, давайте его запишем на работу. Чтобы он ходил и работал. Я думаю, это будет хорошо. Только сначала мы найдем, к чему его больше всего тянет, а потом мы уже его запишем на работу, но почему бы как бы нет. Мне нравится Sims 4 тем, что это интересная игра про таких же живущих людей, как и мы. Как эта игра, в которой возможно практически все. И тут я вспоминаю, типа, значок, типа, плавать нельзя. А, вот она. Liberty.
Doing the plus. Туга. Узнать, как прошел день. Давайте. Поднять настроение. Она неуклюжа. Все, она нам не подходит. Душ, Манза. Сила. Флори. Джим Уибси. Listen to Kumbar. Squad Nelcher. Ninety two. Lindsay Shard. Kesame Simba. Ты куда пошел? А, ты в туалет пошел. Давайте познакомимся поближе с его любовницей. Она не умеет готовить. Sibuna twirl for me. Limbo. Ashin. То есть они дружат, как бы они друзья, они общаются. Это круто. Чё она на него так пялит? Вагана, Джоза Куизе. Славадиш. Обиша Фроба. Нова Асбук. Бемба Янава. Шалба Барлини Йорид. Missy Lafana. Lemphi Nulitz. Zaff and Quar. Corpani. Now, Nesha Wepka. Muscatri. Harnaquap. Yeah, busy. What's up? Huh, doing a fly. Ah. Yeah. Oh, so much glass. What's up? Kill me out. Bouchard Flassel. Fool. Squarvel Tarbahe Farbina. Orbitok. Huh? Etzna. Flix. Yabano Darza. Gachoy? Zomphus. Zomphishapula. Seven Agafa? Brifna. Ну, ты понимаешь, да, что я вряд ли сейчас тебе перескажу всю нашу беседу, надеюсь, там прям что-то там слышал, там цепляло, да? Ничего. Ну, я, говорит, понял, что ты не хочешь, говорит, такого офиса. Ебс, ебс, тамбра. Скибс, цепула, а? Кипой, штембара. Смотрите на нее. Она тоже подросток. Быстрее, быстрее, ты сейчас упустишь ее. Упустишь. Скорее, ты сейчас упустишь ее, чувак. Скорее, ты ее упустил. Сануш. Yibs. Saba Snurza. Abba Sibi. Hopla ya me. Uh-huh. I am. Nasty. Yabba Six. Ngoya. Oh. Arsene. Spot. And face a tart. Ah. Good date. Fabasabe.
Aragaba Yamfo. Ah. Nayafu. Oh, nay. Prop your bosa. The men's. Lamarck Amidi? A pleave is apple. Bruhana Vitor. Hey, Al. Oh, my. Nova's book. Kikuya Taru. Ah, Bobin. Ah. Envoy? Why the name? Yampa Rizzo. Yonki Brush. Azaga Floor. Jarvina Zora. Jeff Yorb Zoo. Roma Vector. Hola. Lot away. Oh. Yampa Rizzo. Hale, Jebo, Hale, Swip. A sack of floor. Ishirao, Smeeb, Kasoma, Balan, Milas. It was your bow. Aroga, Abenor. Skipper, Wissi, Zot, Scoof, Zip, Ensign. Так, ну что ж, извините, что я молчала. Была сейчас она немножко в шоке от происходящего. И что-то немножко я не поняла я. Чё он делал? Я была, если честно, немножко в шоке, особенно когда он лёг спать и сказал, типа, ты чё, это вообще нормальный? Давай, иди спать. Ну, мы же теперь с вами богатые, как-никак. И можем себе купить по-богатенькому все. Ну, разве не так? То чувство, когда ты можешь покупать все самое дорогое. Уберите этот компьютер с моих глаз, иначе мои глаза сгниют. Ох ты ж ё.
Мы же теперь с вами можем много, так сказать, позволить себе. У нас же много с вами денег. Это не так? Так, много. А значит, и позволить мы себе можем много. А раз позволить мы можем много, почему бы себе и не позволить? Будешь мне рисовать, значит. Нет, танцпол он не нужен. Он будет у меня играть на гитаре. А еще это у него будет. Спала камера у него будет. Что у него еще будет? Бита у него будет. Ах, это не будет. Зачем? Да и все, только вот ему нужны там игры, к примеру, всякие. Это все само. Что я? О, нет. Думаю, вот это вот можно еще накопить. Что же мы будем как какие-то нищеброды? Я же могу себе позволить теперь длинный большой диван. Ну, я думаю, телевизорик можно взять какой-нибудь другой. Ну, которому не надо на стене висеть. Вот такой вот. А еще можно сделать вот так вот. Вот так вот сделаем с вами. И вот так. Слишком близко. А так, думаю, можно вставить. Вот так поставим. Ну вот. Ну что ж, это была Лику. Мы с вами играли в Sims. Мы с вами играли в Sims, как вы, ну, уже помнили, это была Sims не просто, Sims 4. А насчет Sims 5, я не знаю, Sims 5 это, ну, как, так сказать, реальный, ну, реальная жизнь, там, люди как реальные, там, и так далее, и так далее, только звуки те же самые. Ага, малыши все прогуливают что-то. Ладно. Соберись, тряпка. Так, ну ладно.
давайте сейчас сохраним. Сохранить. Ну что ж, это была Sims 4. С вами была... Ну, уже окончательно прощаемся. С вами была Лику. Пожалуйста, подпишись, поставь лайк, если ты этого не сделал в начале перед видео, как я тебе сказала. Спасибо за то, что я спасибо за то, что ты посмотрел и потратил кучу своего времени на меня. Пока-пока.